This is how you say no. Нет. Нет. Listen and repeat. Нет, я не хочу. Нет, я не хочу. Нет, я не хочу работать. Нет, я не хочу работать. Okay, so how would you say yes and no? Да и нет. Да и нет. No, I don't want. Нет, я не хочу. Нет, я не хочу. No, I don't want to work. Нет, я не хочу работать. Нет, я не хочу работать. No, I don't want to work here. Нет, я не хочу здесь работать. Нет, я не хочу здесь работать. This is how you ask, and you, or what about you? А ты? А ты? Listen and repeat. Я хочу учиться, а ты? Я хочу учиться, а ты? Я хочу здесь учиться, а ты? Я хочу здесь учиться, а ты? How do you say I don't want to work? And you? Я не хочу работать, а ты? Я не хочу работать, а ты? I want to study. And you? Я хочу учиться, а ты? Я хочу учиться, а ты? I want to study here. And you? Я хочу здесь учиться, а ты? Я хочу здесь учиться, а ты? This is how you say but. Но. Но. Listen and repeat. Я хочу работать, но я не хочу учиться. Я хочу работать, но я не хочу учиться. Я не хочу учиться, но я хочу работать. Я не хочу учиться, но я хочу работать. Okay, so now this word is a very important one because it will enable us to make even longer sentences. I find it surprising that in most courses you won't learn words like and but and all these connecting words at early stages, but they are very, very important because they are the building blocks that help you to make longer and more complex sentences. So let's try to make a very long sentence now. Now, how would you say I want to work, but I don't want to study?
Я хочу работать, но я не хочу учиться. Я хочу работать, но я не хочу учиться. You see, now you can make long sentences in Russian, even though we have studied only around 10 words. Now, how would you say, I don't want to work here, but you do? Я не хочу здесь работать, но ты хочешь. Я не хочу здесь работать, но ты хочешь. I want to work, but you don't. Я хочу работать, но ты не хочешь. Я хочу работать, но ты не хочешь. You want to study, but I don't. Ты хочешь учиться, но я не хочу. Ты хочешь учиться, но я не хочу. I don't want to study, but I want to work. Я не хочу учиться, но я хочу работать. Я не хочу учиться, но я хочу работать. This is how you ask why. Почему? Почему? Listen to the following sentences and repeat. Почему ты хочешь? Почему ты хочешь? Почему ты хочешь работать? Почему ты хочешь работать? Почему ты хочешь здесь работать? Почему ты хочешь здесь работать? Why do you want? Почему ты хочешь? Почему ты хочешь? Why don't you want? Почему ты не хочешь? Почему ты не хочешь? Why do you want to work? Почему ты хочешь работать? Почему ты хочешь работать? Why do you want to work here? Почему ты хочешь здесь работать? Почему ты хочешь здесь работать? Why don't you want to work here? Почему ты не хочешь здесь работать? Почему ты не хочешь здесь работать? Why do you want to study here? Почему ты хочешь здесь учиться? Почему ты хочешь здесь учиться? Why don't you want to study here? Почему ты не хочешь здесь учиться? Почему ты не хочешь здесь учиться?